вспоминали, все для клёва. Мы с вами в Турции, в Стамбуле. И вот тут за моей спиной это Босфор, пролив, который соединяет. Какое море? Черное с каким? Мрамор. С мрамором? Точно? Ладно, не будем. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня мы с вами в Стамбуле. За моей спиной Галатский мост. Это Босфор. И местные рыбаки ловят рыбу. Какую рыбу? Сейчас я вам покажу, расскажу, на какие снасти. И если вдруг вы захотите в Стамбуле порыбачить, будете иметь в виду, по крайней мере, на что и что ловится. Так, вот первый местный рыбак. Чтобы поддергивать удилище. Удилище у него такое обыкновенное. О. Excuse me. Можно? Мелкая ставридка. Yes. Вот такая вот снасть. Такой крючочек маленький. А грузила, грузила, можно посмотреть? Грузила. А, 50 грамм грузила. Thank you. Короче, здесь где-то 10 крючков. Вода не совсем чистая. Так, отпускает, отпускает, отпускает. Так. Так. Поддергивание, поддергивание. Так. Есть. Так, что там будет, интересно? Так. Ага. Ну, крючочек очень маленький, я вам скажу. Для того, чтобы ловить. Вот такая одна рыбка. Понятно. Посмотрим, что другие рыбаки ловят. То есть тут вообще нет никакой наживки. Обыкновенный люрикс и мелкий-мелкий крючочек. То есть самодуры. Снасть называется самодур. Тут порядка крючков. Раз, два, три, четыре. Около 10. Не знаю, как у них разрешается ловить на 10 крючков или нет, но это уже тема вторая. Посмотрим, что там на мосту ловят рыбаки. Excuse me, sir. Можно посмотреть? Можно? Посмотреть? Можно я посмотрю? Так. Ну, тут где-то грамм 3, 30, 40. Вот такой крючочек. Ага. Thank you. Так, внимание. Опа, заброс хороший. Далеко забросил. Посмотрим, что поймает. Ну, по идее, ловит то же самое, ставридку. Но больше вряд ли, потому что крючок мелкий. Леска толстая, где-то примерно 0,40 у него основная. Удочка примитивная, обыкновенная, самая дешевая, которая есть. Катушка тоже не из таких дорогих, скажем так. Просто забросил и подальше, и потихонечку ведет. Вот уже какая-то рыбка есть. Да, ставридка. Одна, вторая, две ставридки. Супер. Ага. Один, короче, ловит, второй собирает. Можно посмотреть?
зелененькая получается, зеленый цвет. Угу. Ставритка, да. Хорошенькая такая. Собрай. Thank you. Hello. Можно посмотреть? В общем, тут интернациональный язык русский, тут жестами можно все объяснить, рассказать. Конечно, приезжая куда-нибудь, выезжая, скажем так, куда-нибудь из Украины, конечно, нужно примерно знать хотя бы английский, хотя бы элементарные слова. Тоже смотрю, удилище обыкновенное, леска, тут где-то 0,35. Так. Посмотрим, что наш рыбак вытащит. Он чувствует, как там клюет? Ну да, там же у него 10 крючков, поэтому я думаю, что чувствует. Хотя кончик грубоватый, скажу я. Чтобы почувствовать такую рыбку, нужно иметь потоньше кончик удилища. Так. Ну вот, видишь, 2, 3, 4, 4 штучки. Thank you, sir. Ну, да, грузило где-то примерно 50 грамм. Понятно. А у меня, по-моему, такого нет. Ну, я сейчас посмотрю. Так, тут даже у рыбачки есть. То есть... Так, внимание. Так, 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 так. Thank you. Опа. Так, я так понял, что рыбачка в первый раз ловит. Come here. Hello. Lady, come here. Таня, тебя, тебя зовут. Yeah. Оп. Забросили. Так. Давай, бери. Тебе. Так. Так, дергай, дергай. А, поднимай. Видишь, я объясняю это. Поднимай. Так. Так. Подожди. Чувствуешь? Тебя спрашивают, ты чувствуешь что-нибудь? Давай, подтягивай немножко, подтягивай, подтягивай. Так. Вот тут держи. Вот тут возьми рукой. Так. Ага. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Подними выше чуть. Вот так. Ага. Так. Стоп. One. О, три. О, е. Три. Yeah, cool. Thank you. Thank you. Супер. Окей. Теперь. Yeah. Держи. Одна упала. А можно? Можно? Yeah. Тоже ой, зеленый люрикс. Вот смотрите. Тут рыбаков немерено. А здесь самое рыбное место, видно. Руки рыбы воняют? Ну ничего. Такое, видишь, предложение. Специальная такая штучка. Hello, sir. Yes? Yes, масти, пада. О, наловили. If you want, check it out. Что, наверное, мы тоже сейчас попробуем половить. Что я хочу сказать. Люрикс у каждого разный. Вот тут желтенький, оранжевый. Крючочек меленький-меленький. Тут зелененький.
Интересная такая прилада, интересная такая штучка для того, чтобы поставить удилище. На резинках держится, чтобы не держать в руках. Вы поняли, да? Вот так его можно поставить. О, сколько рыбы наловил. Я так понял, вот рол ловит на морского червя, на креветку, на... И вот эти штуки тоже продаются. Excuse me, how much? 10 лир. 10 лира? Ага, 10 лир. А червь? What? How much? 5? 5? 5 лира? Ну, нормально, 5 лир. Это 15 гривен, по сути. Угу. Понятно. Ой. Десять крючков в основном используют. А, тут покрупнее даже есть. И красивый. Можно посмотреть? Да, тут на розовенький, видишь? Супер. На оранжевый люрикс. А, супер. Ага. Короче, в одну помельче, вторую посреднюю, а туда побольше. Вы поняли? Чисто на продажу. Два удилища. С одного вытаскивает, второй заряжает. Пока на первом ловится, второй вытаскивает. Так, друзья, для того, чтобы мне здесь порыбачить, я с собой взял вот такое маленькое удилище. Вот оно. Чтобы оно влезало даже в мою сумку, в багаж. То есть оно даже, я не знаю, 40 сантиметров? Даже, честно говоря, даже не считал. Не, не 50. Хотя, может быть, и 50. Называется оно Travel. Travel Spin. Специально для рыбалок. Удилище четырехчастное. То есть состоит из четырех частей. Очень быстро собирается. Тест у него до 40 грамм, если я не ошибаюсь. Вот такая вот у меня оснастка. По сравнению с местными, у меня крючок намного больше, чем у них. Но другого варианта у меня, к сожалению, нет. Клюет? Прямо падает на дно. Но интересно, какая там глубина? Не чувствую, чтобы что-то там кто-то брал. Потому что крючок все-таки большеват. Ну, подожди немножко. Немножко подождать? Но мне советует самый главный опытный рыбак, чтобы немножко я подождал. Ну давай. Пусть сейчас клюнет. Все, давай вытаскивай. Что-то уже есть. Только забросил и уже есть? Только забросил и уже есть. Так. Внимание. Зай, туда показывай. Опусти.
Россия? Ух ты! Вы чё? Вау! Офигеть! Так что, смотри, даже крупнее получается ставритка, чем ловят местные, видишь? Смотри. Класс! Дай им рыбу. Так, давай подходим. Ага, нет, чай? Там чайки. Вон она летит. Маши рукой. Да, есть, есть. А, на меня, Саша. Рыбка, или ты всю уже раскидал? Нет, все. Так. Давай еще раз. Мне понравилось? Да. Так. Но бычок – это что-то. Вот она поймалась, самая большая рыба. Да. Крючки настолько… На меня. Крючки настолько острые, что пришлось самому. Остаточки 5 штучек. Давай еще раз пробуем. Еще раз. Окей. Уходит, 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 уходит. Тут все-таки глубоковато. Все. Да. Но. Что-то сильно резко дергаешь. Не спеши. Главный рыбак, который заходит, находится за кадром, говорит мне о том, чтобы я не спешил. Хорошо. Как скажете. Точно не упадет. Я скажу я честно, надо было сильно далеко не кидать. Надо сюда поближе к мосту. Не надо, то есть забрасывать далеко не нужно. Опускай, опускай. Все, сначала надо снять рыбку. О! Тихо. Манюня. Да, одна. Небольшая рыбка. Так. Значит, далеко тогда не забрасывай. Да, далеко не надо забрасывать. Для чайки нету. Вон летает. Помаши рукой, она прилетит сейчас. Давай. Да. Ну, давай. Да. Кишит этой рыбы. Посмотри, сколько плавает. Ну, уходит далеко, глубоко. То есть где-то метров, метров, наверное, 15-20, где-то так. Глубина. Друзья, вы, если видите это видео, и картинка сильно прыгает, вы сильно не бесуйте, потому что жена впервые у меня занимается операторским искусством. Можно без комментариев? Можно без комментариев, да. Ей не нравится, когда я начинаю ее... Нет, так я ж еще и по сторонам хочу посмотреть, не только в камеру. А когда я кручу головой,
дрыгается, рука дергает. О, что-то уже есть. О, есть. Значит, по одной? Уже есть. Зая, ну давай. Так. О. Одна. Еще и забагренная, елки-палки. Ай-яй-яй. Друзья, даже пользуясь случаем то, что может в Турции другие правила для любительской рыбалки, да, YouTube-канал «Все для клёва», даже в этом случае ловит не больше, чем на 5 крючков. То есть, пользуясь правилами спортивной рыбалки Украины. Так, еще попробуем еще раз покормить. Так, давай. Кажется, я не смогла заснять. Да, надо быть, ты поймала разок. Обязательно нужно, друзья мои, поправлять. Каждый раз, когда вы перезабрасываете, вот эту штуку надо аккуратненько выравнивать, чтобы силикончик был ровненький. Ну, плюс-минус. Я уже не говорю там, чтобы он был прямо ровный, супер. Подтягивать нужно, то есть. Так. О, вот это вообще ровненький, хороший. Ты видишь вообще крючок, да? Тут нормально, все, нормально. Давай пробуем еще разок. Что касается этого удилища, я вам скажу, что мне довольно-таки комфортно им ловить. По сравнению с теми дубинами, которые ловят местные, в принципе, у них большие удилища, длинные. Зачем они здесь нужны, когда нужно ловить практически в отвес? Я не знаю, зачем они такими длинными ловят. А, я понимаю, потому что нужно 10 крючков закинуть. Все, я понял. Ну, я ловлю 5, и мне, в принципе, этого достаточно. Вот. Удилище достаточно комфортное, чтобы его брать с собой на рыбалку в любые страны, куда вы едете, потому что оно помещается в любой багаж. Длина удилища в разорванном состоянии 50 сантиметров. Поэтому это очень-очень удобно. Берете небольшую маленькую катушечку, шнур, потом свои снасти, с удилищем кинули в чемодан, и будет вам счастье. Так, ну что, давайте вытаскивать, что там уже есть. Давай. Леска темная и плохо видно. Одна. И опять за живот. Опять забагренная скумбрика. А, это тюлечка. Это уже тюлечка? Да, тюлечка. А как так? Ну вот как-то так. Да. Еще один вариант. Давай попробуем поймать. Дальше, дальше. Вау, получилось. С первого раза. У нас шоу, стамбульское шоу, кормление чаек тюлькой. У нас уже прирученные стамбульские чайки. Шоу кормление чаек, друзья мои. Стоимость тура входит 10 лира. Управляем еще разочек и забрасываем. Местные кораблики тут, видите, снуют, но это не мешает местным рыбакам ловить рыбу. А наша задача тут не ловить, для того, чтобы поймать себе на ужин.
Кстати, друзья мои, мы здесь даже ужинали. Под этим мостом находятся рыбные рестораны, да, которые предлагают вам кучу всего. Не знаю, вам видно или нет. Наверное, не видно. Но, тем не менее, они тут есть. То есть можно, по сути, даже поймать и попросить, чтобы вам приготовили эту рыбу, которую вы поймали. Держи. Я прямо чувствую, как находится... О, есть поклевочка. Прямо чувствую, как находится грузило на дне. Оно падает, хоп. Простукивает дно грузилом. Можно чуть-чуть подвинуть. Очень удобно работать таким удилищем. Оно мягкое, чувствительное. Тест у него, если не ошибаюсь, 30 или 40 грамм. Сейчас скажу. Да, от 10 до 40 грамм. То есть даже можно работать как маленькая кормушка, если на каком-то пруду или какое-то озеро. Можно флет-кормушечку какую-то подцепить сюда и работать с фидерной оснасткой. Можно как угодно его использовать. То есть универсальный вариант такой. Да, держи. Да. Так, давайте рыбалку мы уже на меня набрали. То есть местную рыбалку, друзья мои, мы уже раскусили, как ловят местную рыбу. Давайте кормить чаек его. Это крупная такая. Да. Она такая вкусная, если ее посолить, будет бомба, конечно. Но мы сюда приехали не за тем, чтобы ее кушать, а чисто, чтобы развлечься и покормить чаек. Лучше всего, и потом он этот цвет ловить, вы понимаете? Обычно берут вот такие специальные силиконовые приманки разных цветов и смотрят, на что больше всего клюет, на то и ловят. То есть очень эффективно, и рыбалка получается в радости. Еще разок. Так. Так, 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 так. Вот выматывается шнур, вы видите, да? Я его отпустил, чтобы дошла до дна наша оснастка. Грузило здесь, получается, у меня 50 грамм. Вот все уже стало, видите? Держи. Закрываем.
не первый раз я вижу, что клюет на прозрачный силикончик, видите? Он похож как на настоящую креветку. И чуть-чуть бледно-розовый. Вот такой вариант. То есть первый и последний вариант. Тот, который сильно желтый, ну, судя по идее, не рабочий. Скорее отпугивает. А? Скорее отпугивает. Да, скорее, возможно, даже отпугивает. Ну, таблетка маленькая, небольшая. Хотя ее местные берут и довольно-таки в больших количествах. Я не знаю, как у них, есть у них тут или нет рыбоохранного патруля. Но они совершенно свободно набирают тут торбу, блин, полные ведра этой рыбки. Давай попробуем. На этой позитивной ноте мы будем заканчивать нашу рыбалку в Стамбуле на... Как называется мост? Вот еще раз скажи. Галатский. А, на Галатском мосту. И будем возвращаться в Украину и ловить нашего карпа, карася. Тем более, что сейчас уже 1 июля начинается активный жор этой рыбы. И можно начинать нормальную рыбалку. Так что ждите новых выпусков. Всем удачи, всего хорошего. Встретимся в рыбалке. Пока.